Настоящая любовь. Кто же мне поведает, как выглядит любовь и где она живет? Как распознать ее, когда мне знаки и сигналы шлет? В одном уверен, что когда она придет, сомнения сгинут. О том, что ты влюблен, расскажешь всем, а часть из них подумает, что ты немного двинут. Любовь от эго не бывает, за что-то полюбить нельзя. То страсть от нетерпения, рожденная в костре, пылает. Для тех, кто ждать умеет, все не зря. Она всегда ведь вопреки. В ней места нет для притязания. Упреки ей чужды, в ней нет вражды. Согласие и мир — ее прерогатива и внимание. Кто думает, любовь зависимости знает? Нет, тот ошибается в сердцах. Веревками гордыня так и обвивает, и душу всю сжигает в прах. Она свободна, сердцу не прикажешь. Ее не поместить в темницу под засов. Один поступок заменяет из уст произнесенных сотни слов. Смотрите, она как агнец Божий словно, чиста и безусловно, без ожиданий и запросов, контроля, важности, назойливых вопросов. По-настоящему лишь любит только тот, кто отдает не сколько деньги, а собственное время, которое богатств и драгоценностей ценней. Кто не сдается при отказе и вырастает, словно семя, превращаясь в мощный дуб, становится сильней. И тот, кто любит безусловно, без сомнений, дышать не может ровно и ничего не требует взамен, и не боится перемен. Кого он любит, не скрою, готов делиться всем, что сам имеет, и даже жертвовать собою ради любви посмеет. Перед любимым человеком сглажен и полностью открыт, и в уязвимости своей отважен, о недостатках личных честно говорит. Всегда поддерживает и абсолютно принимает, идет навстречу, прислушивается и с искренностью понимает. Он не слукавит, прямо скажет, не будет льстить, кривя душой, но чувство уважая не обескуражит, не навредит любимой и родной. В сценарии своем я был так твердо убежден и знал в том, что судьба известна и непоколебима, что будет мною только та любима, какую в идеалах рисовал. Но идеалы все распались, и одолела вдруг тоска, и мысли томные прокрались,
что все они лишь замки из песка. В минувшем думал, что любовь возможна только к телу. Однако все идет к пределу. А в этом быстротечном мире хрупком судить лишь можно по поступкам. История гласит о том, что даже люди, равнодушные друг другу, бродящие во тьме по кругу, однажды получая искру Божью, влюбляются безумно с дрожью. Мне говорили, предпочтения мои зависят только от природы, что неизменчиво царица-мать, но все изменно под могучей силой небосвода, и даже время может повернуться вспять, что якобы желания все идут от аромата кожи, внутренних порханий и трепета сердец. Любовь не чувство, выбор, учил в писаниях великий наш отец. А сын его вещал, чтоб возлюбили ближнего своего, как самого себя, как к Господу Спасителю, к другим мы относились, любя. В энергии любви проходишь все этапы. То кажется, что в одиночестве стоишь у трапа, и твой корабль сломан, и ты не можешь дальше плыть. Но темные отрезки жизни нужно переждать и пережить. Бывает так, что ураган рождается могучий, и в небе нагоняет тучи, а чувства вверх взлетают до небес, и силой молнии разят цветущий лес. То солнце светит ярко, ослепляя взор, то полное согласие, то спор, то кажется, что умер, и забываешь, что ты есть. Кажется, что времени не счесть. Порой она внезапно, будто вспышка света. Порой проходит не одна зима и лето. Причиной твоей любви стать может давний и знакомый человек. А можешь ты влюбиться в незнакомку и полюбить ее навек. А если чувства безответны, терпи, и с истиной глубокою поверь, что все твои дела нетщетны, и что однажды любимая откроет дверь, что истинная вера чудеса творит, когда внутри огонь горит, величиной с горчичное зерно заставит обнажиться море дно. И помни, если Бог посылает страдания, Он дарует и утешение. И тот, кто прошел испытание, достоин благословения. А когда, как гость непрошенный, стучишься, требуешь любви, захлопнутся все двери пред лицом, хоть волосы с корнями рви. Но если ты, один цветок, даришь нектар, делишься своей красотой, то даже те сердца, что так закрыты были, долго распахнутся, для них ты станешь свой. А если нет пока высоких чувств, откройся Богу, остановись, побудь наедине и отпусти тревогу. Тогда наступит непременно время, когда Он вновь вдохнет в тебя любовь. Ото сна, и смысл жизни ощутишь сполна, поймешь, что настоящий изначальный путь добро творить, и вспомнишь, что в этот мир пришли мы, чтоб любить. И
если ты пройдешь по этому пути, и через счастье и несчастье сумеешь пронести весь груз событий через боль и сладость, то ждет тебя в итоге настоящая любовь и радость.